Резиновое покрытие, новые качели и площадка для воркаута появились во дворе домов номер 7 и 9 по улице Юности. В прошлом году под руководством депутата Михаила Савина жители подали заявку на благоустройство по программе областного бюджетирования «Вам решать». По проектно-сметной документации получилась внушительная сумма, которую пришлось разделить на две заявки. Первая уже получила финансовую поддержку. Мы выиграли этот проект благоустройства дворовой территории. И в этом году у нас дважды этот конкурс объявился. Часть двора мы сделали по программе «Вам решать». Вот можно тут посмотреть, да, резиновое покрытие, то есть обновили бордюры полностью, озеленили округ, добавили новые мафы и современный вот воркаут-турник. Теперь необходимо облагородить и вторую часть площадки. Михаил Савин снова заявился на проект «Вам решать». На продолжение благоустройства двора понадобится около 4 миллионов рублей. Планируем небольшое уширение для того, чтобы машины не ставили вот на территорию дворовую, а все-таки ставили ее на стоянку, да, соответствующую. Потому что здесь и территория магазина как раз, да, разъезд очень тяжелый, сложный. И чтобы было легче разъезжаться, то есть небольшое уширение. Также озеленять двор, также резиновое покрытие, значит, новые мафы для детей. За 6 лет существования проекта «Вам решать» в Нижегородской области реализовали более 3000 инициатив. В прошлом году финансирование получили кинотеатр под открытым небом на территории молодежного центра, площадка для исторической реконструкции в ЦВР и скейт-площадка спортивной школы «ИКАР». На проекты, которые будут реализовывать в области в 2024 году, в бюджете региона закладывают более 1 миллиарда рублей. Нам нужно участвовать в этой программе для того, чтобы осваивать и привлекать областные деньги в наш город. И поэтому, хотя процедуры формальные, да, они, может быть, не совсем удобные, но лучше так, чем нежели искать где-то на стороне средства, когда, в принципе, есть такая возможность. Поэтому всех призываю проголосовать за наш проект, чтобы мы победили и сделали комфортную, современную городскую территорию для жителей города. Куда пойдут средства в будущем году? На дороги, площадки, скверы или другие объекты, нуждающиеся в благоустройстве, зависит от саровчан. Проголосовать за понравившийся объект можно на сайте голосза.ру до 20 декабря. Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.